не только возглавить самое крупное учреждение здравоохранения региона, но и создать целый медицинский городок. Такое предложение высказал глава региона Сергей Морозов своему заместителю Павлу Дегтярю. Объединение ряда учреждений в один центр планировалось давно. В состав нового центра войдут ряд крупных учреждений: областный онкодиспансер, кардиоцентр, центр переливания крови, тубдиспансер и хоспис. Для нас крайне важно сделать так, чтобы максимально ликвидировать все неэффективные расходы, максимально скоординировать всю медицинскую, правовую, материальную, техническую помощь. По словам губернатора, возглавить подобный центр должен опытный управленец, который будет соответствовать новому формату руководителей. Среди предложенных Советом областной медпалаты кандидатур прозвучало имя Павла Дегтяря. Общее пациентское сообщество и вообще медицинское сообщество поддерживает данное решение. И оно, я думаю, что это будет действительно связано большие надежды на то, что данное учреждение получит новый толчок, новый виток в своем развитии. Задача, которую губернатор поставил сегодня перед министром, передо мной, как перед руководителем конкретного учреждения, будет обязательно решена. Проект реформы в ближайшее время будет представлен на суд общественности. И только если идея Минздрава будет одобрена большинством, региональные чиновники займутся ее воплощением в жизнь. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.